Долгое время никому не было известно, что первый глава Пинского городского отдела милиции Николай Семенов похоронен здесь, в Пинске, на кладбище по улице Спокойной. Связь с родственниками была потеряна. Председатель Совета ветеранов Пинского ГУВД Антон Николаевич разыскал его надгробие, давно находящееся без ухода, и по его инициативе весной этого года было начато благоустройство могилы. Помощь в обновлении памятника и ограды оказывают Днепробузский водный путь, сотрудники Пинского ГУВД и учащиеся класса правовой направленности 12-й средней школы. В Пинске нашел упокоение первый начальник Пинского ГУВД, полковник милиции Семенов Николай Александрович. Нашли место, где он похоронен, вместе с учащимися правовых классов 12-й школы и нашим спонсором Днепробух-Водпуть начали благоустройство могилы, где покоится его прах. Уроженец Тоснинского района Ленинградской области всю свою жизнь посвятил службе в правоохранительных органах. До войны возглавлял отделение милиции в разных городах страны. После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков работал в Орше и в Бресте. Летом 1954 года был назначен начальником Пинского городотдела милиции, созданного после расформирования Пинской области. На этой должности Семенов находился до 1958 года, закончив службу в органах МВД по выслуге лет. А затем работал начальником военно-учетного стола завода «Искош». Кое-какие работы сделали еще весной, а сейчас завершаем работы для того, чтобы могилу этого уважаемого человека привести в порядок. Думаю, что это будет пример для предприятий и организаций города, да и многих людей, как можно и надо содержать те места, где покоится прах наших предшественников. В скором времени все работы по благоустройству захоронения будут завершены. Уже сейчас на надгробии, как и на всех могилах, уход за которыми взяли на себя сотрудники Пинского ГУВД, высечена эмблема МВД Беларуси. Это свидетельство того, что правоохранители свято чтут память о своих предшественниках и отвечают за достойное содержание мест их вечного покоя.